Вот она. Вот она. На месте, да? А то спрашивают, куда ты дел. Зачет. Это фотомонетка, насколько да. Я помню. А не тебя, Олег. Вот Анжела приедет, сказала попозже. Про нее же мы вот разговаривали. Она целая сохранность. Ну, ты повесь на стену ее. Она мне прямо вот так вот передо мной, вот так вот. Да? Стоит, блин. Постоянно, круглые сутки? Да. В комнате? Да. Ну, нормально. Красивый очень портрет. Это как под венцом. Здесь вот. Это получается. У вас день свадьбы получается? Получается, да. День свадьбы. Ничего, Олег, дождешься, ну, приедет она к тебе в любом случае. Приедет как-нибудь, Олег, приедет. Только не кукла резиновая. Я ее порву на. Кукла тоже нужна иногда. Не пусть надо. Будет. Не надо. Пусть будет. Нет. Шмотки носишь, хоть нет? Конечно. Толстовки там желтые откуда-то. Не забыл, нигде не потерял? Нет, все у дома. Смотри, я их только чисто на выход. Не проеби, Олег, смотри. А вы тут тоже сидели, смотри, стол, да? Ну, это Сашки, друзья. А, дружбаны? Да. Так что, Олег, возик в стеночку вбей и повесь на стену, чтобы она никуда все ничего да, не порвал. И ту береги тоже. Если надо, что говори, там тебе пришлют дальше. Может, крем какой или что там. Тоже не стесняйся, заговори, Олег. Заноси. Хорошо, сейчас занесу. У Санька на день рождения, друзья, кто не знает. 18 лет парню, вот сейчас салют бахнули. Крепкого здоровья тебе еще раз, Санек. Спасибо. Вот от всех привет. И им тоже. Сказали, делай как надо.